Подпишись, если хочешь, ты оставь коммент и поставь здесь лайк. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Дим, и сегодня я буду записывать ролик про новый вид. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, запасайтесь чаёчком, и мы начинаем. Ну, короче, вот что в этой новой версии. Убрали все это говно, сенсор... Ссылка в описании будет внизу. Я сказал, не писать, не видео снимать. Ну, короче, вот что в моем сундуке есть. Это мой домик, пойдемте в другие домики осмотрим. Ну хороший вот, я вам скажу. Надеваем железный нагрудник. Да, сенсор Вандера не будет здесь больше. Вот, вот какая печалька. Ну вон в чем прикол. Больше тут нету этих приколдесов. Никакого моба нового не появилось. Ну ничего нового здесь. Вот. Все как обычно. Красивые деревни, поля. И все здесь убрали. Ладно, будем надеяться на лучшее. А? Ягодки? А? Мои вкусные ягодки. Давайте еще один домик проверим. Что в нем? Алмаз! Не впервые везет на алмаз. О, шлем отсюда. Мы сейчас будем фукс эти железные брони. А может и алмазные. Так, дверь открыта почему-то. А, мы так можем продавать, построить. У меня сейчас будет крутой лутенский. Мы сейчас сделаем фукс от брони. Железный. Я тут где-то видел, сапоги лежали. Еще записанные наборы тыковки также. Так, что вот тут. А, я все тут так добавлял. Слушай, ты пошел, кузнец. Ой, големов нигде нету. Слушай, замечательно. Так, ягодки добываем. Как-то страшно на выживание играть. Палки, палки, всего палки. И два кремня. 6 палок, 2 кремня. Супер. Сундучок еще есть. Нет. Эх. Беда какая. Заодно еще один такой же домик с крутым лунтинским. Пум-пум-пум-пум. Тут даже мое оружие любимое есть. Так, запасной фулсет. Так, можем не бояться. Так, вот этих домиков в сундуке. Вон с таким вот лутенским. Картошечка. 11. Да. Блин, скоро ночь на дворе. А тут уже будет жители. Два алмаза у нас, тем более 3 алмаза. Плохо, скидочка. Я вам скажу. И у нас уже фулл железный сет брони. Что может быть лучше?
Так, нужно дом найти специальный с кроватью. Что здесь? Это мой дом. Блин, моего дома нету. Я свой дом теперь найду. Ладно, зайдем в этот дом поспать. Тут нету кровати. Где она? Где кроватка? Вон она. А вы что тут забыли? Давайте фул сейчас сет сделаем. Будем фул с эти железные брони. Кстати, мы можем сделать алмазную. Какое алмазное? Меч. Да, кстати, давайте так. Вы пишите в этом ролике сегодня какие-нибудь интересные, крутые стишки, а я их зачитываю в следующем ролике. Договорились? Договорились. Мы можем уже спать. 10 стивков сегодня будете писать. Нет. Вот пока они. Пошли вон! Или вон, или ночные бабы-девы. Знаете, гнилую кость. Не трогайте жителей! Ешьте, нате, это ваше, вы забыли то, что ваше. Ну не бейте вы меня! Крепит подорвил топленника. Давай. На, в голову меч! Медный слиток. Ничего. Так, телефончик. Медный слиток. Я и забыл, что они в Майнкрафте есть. Блин, а вот мой дом. Так, монстрики. Ну чё, как вы тут поживаете? Ну, хорошо. Делаем даже небольшую еду. Одну картошечку. Поделите как-нибудь ее. Ну, самый дерзкий. Ладно, закрываю вас и ешьте. Давай, ешь. Чтоб мне все съели. Я пошел портал строить. Тут не... Да, вы скажете, зачем ты скачал эту версию? Если мне влазить, те прикольные психолюки. Потому что я думаю, что тут что-то новое есть. Портал в энд. Ой, в какой энд? В арт. Будем строить тут. Да, похоже, конечно же. А ты это что? Работа кузнецом — это мое, не мое дело. Так, покушайте еще гнилой плоти. Ну и тыковку наденьте кому-нибудь на голову. Кто себе оденет, додуматься. Ладно, я вам даду небольшой сет именно. Да, я вижу, вы поменялись. Ну, начал вам травинки вот эти. Все такое. Какой? Получай. Извините, но у вас больше друга нет.
Я получил результат, и он умер. Так, что бы такое скрафтить? А вряд ли алмазный меч подойдет кому-то. Ну ладно, да. Какого, блин? Отстаньте от меня! Ну вон, убили меня. Я пошел, пошел их убивать на эксперимент. Но нет, ну. Придется делать план такой. Добудем дерево. Мы сейчас будем их гасить каменными инструментами. А вы что хотели? Да, ну придется. Добываем дерево. Пау-пау. 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 Видео подходит к концу. Делаем же это статью. Па-па-па. Сюда делаем кир-палочки. Па-па. Делаем кирку. Можем сделать топорик деревянный. Давайте топором сначала деревянным их попробуем погасить. Знаете, ладно, зомбики, вы сами напросились. Буду тогда делать свои методы. Буду сразу делать деревянную кирку и добывать камень. Сейчас будем каменным мечом их гасить. Могли бы каменный топор сделать. Мне кажется, больше каменный меч наносит. Сейчас пойду их мочить, если мои вещи все не пропали. Теперь понял, что монстров заводить — это плохая идея. Сейчас будем ложить сюда все свое. Сложим все сюда.
Так, это первая часть Майнкрафта, выживание. Да, у нас много будет частей. На этом видео могу закончить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Подпишись, если хочешь, ты оставь коммент. И поставь здесь лайк, ведь несложно взять мышку и кликнуть разок. Подпишись, подпишись. Стоп, секунду.